В прошлом году у меня проблемы были с клещами. В этом году я попробовал лирумом поработать. По клещам, ну, привыкаемость сразу как бы против любых препаратов, привыкаемость сразу появляется, поэтому новый препарат лирум мы, как я говорил, попробовали. Сработало идеально, 1,5 литра на гектар. Ну, лирум в моих глазах, например, показала себя, ну, очень хорошо. И я лично, например, препараты, вот по себе я сужу, препарат, если мне не нравится, я ни за что, например, не буду про него говорить хорошее или вообще ничего не буду говорить. А так препарат реально мне понравился, поэтому я с уверенностью сейчас могу сказать, что лирум работает.